Здравствуйте, уважаемые гости и читатели сайта «Заметки Электрика». Сегодня я расскажу вам об уровне для электриков Stabilo Pocket Electric, который в настоящее время я использую при установке скрытых розеток, выключателей и прочих электроустановочных изделий. Да, кстати, уровень еще называют Water Pass, что с буржуйского переводится как Water – это вода, и Pass – это регулировать. Но это, так сказать, для общего развития. Ранее я пользовался обычным строительным или лазерным уровнем, что не очень было удобно, особенно когда устанавливаешь электроустановочные изделия в ограниченных и труднодоступных местах. Не всегда можно приложить строительный уровень или же настроить нивелир. Но однажды на просторах интернета я увидел уровень Stabilo Pocket Electric артикул 17775 и решил приобрести его себе в пользование. Цена уровня данного уровня на момент выхода видео составила порядка 580 рублей, что я считаю вполне приемлемым, учитывая то, что производителем данного уровня является небезызвестная немецкая компания Stabilo. Про качество инструмента, которое, я думаю, вы и без меня все знаете. Заранее скажу, что с помощью уровня Stabilo Pocket Electric гораздо удобнее и быстрее настроить горизонтальный уровень скрытых механизмов электроустановочных изделий, будь это розетка, выключатели, диммер и тому подобное. И теперь он является неотъемлемой частью моего инструмента. Ну, начнем с внешнего вида. Да, кстати, уровень продается без какой-либо упаковки, и это, пожалуй, единственный его недостаток. А вот так вот он выглядит. Его вес составляет около 100 грамм, а габаритные размеры достаточно компактные и миниатюрные. То есть длина уровня составляет 70 миллиметров, ширина 20 миллиметров и высота 40 миллиметров. То есть он буквально чуть больше спичечного коробка. Уровень Pocket Electric имеет пластиковый корпус, в который встроена горизонтальная пузырьковая камера с точностью измерений 1 миллиметр на метр. С обратной стороны корпуса встроен мощный редкоземельный магнит, и его наличие обозначено на корпусе соответствующим символом. Там же с обратной стороны корпуса имеется специальный выступ. Вот этот выступ. Вот он. Этим выступом уровень прикладывается к металлическому основанию розетки, выключателя и прочих электроустановочных изделий. То есть вот у нас, например, основание розетки, и вот этим выступом оно прикладывается к этому основанию. Ну, для наглядности давайте рассмотрим установку скрытой одинарной розетки серии Glossa от Schneider Electric с помощью уровня Stabilo Pocket Electric. Розетка в моем примере уже подключена. На этом я останавливаться не буду. Об этом есть отдельная и очень подробная статья. Переходите по ссылочке и читайте. В общем, устанавливаем розетку в подрозетник. Ну, примерно вот так. Затягиваем два крепежных самореза. Вот один и вот другой. Из-за встроенного мощного магнита корпус уровня самостоятельно выравнивается по отношению ко всей измерительной поверхности основания. То есть мы прикладываем, то есть он уже сам выравнивается. То есть вот. Ну, как видно,
можно немножко уровень отрегулировать, что мы сейчас и сделаем. Слабим. Так, и вот так. И затянем крепежные. Уровень выставлен. Крепежные саморезы я закрутил до упора. В корпусе уровня Pocket Electric также имеется вырез под отвертку, что позволяет расслабить верхний крепежный саморез механизма для его регулировки. В моем примере подрозетник установлен в стене из гипсокартона, поэтому верхние крепежные саморезы отсутствуют. В принципе, готово. Одеваем декоративную накладку на розетку вместе с однопостовой рамкой. Вот и готово. Получилось быстро, удобно, а главное ровно. Я на всякий случай покажу вам, проверим результат нашей работы. То есть вот у нас розетка, приложил я уже к ее корпусу, к рамке, строительный уровень. Ну и вот, что и требовалось доказать. То есть все ровненько. Естественно, что можно обойтись и без стабила Pocket Electric и пользоваться привычными нам строительными и лазерными уровнями. Но в труднодоступных местах, где неудобно и физически невозможно их применить, карманный уровень электрика стабила Pocket Electric будет как-никак кстати. Заметил такой нюанс, устанавливал скрытую розетку серии Unica. Так вот, знаете, что данный уровень с этой розеткой к этой розетке не магнитит. Я не знаю, что это за материал, но он не магнитит. То ли это алюминиевая рамка, то ли это покрыто металл, но каким-то таким составом, ну не знаю, в общем. Знаете, что розетки серии Unica с помощью уровня стабила Pocket Electric выровнять не получится. То есть он никак не магнитится. В отличие вот от серии Gloss. На этом, пожалуй, все. Вот такой небольшой получился обзор. Лично я для себя выбор сделал в пользу данного уровня. Всем спасибо за внимание. С вами был Дмитрий, автор сайта Заметки Электрика. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч!